Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, Михаил Утопин. И сегодня этим погожим утром мы с вами... Очень погожим. Ты такого больше никогда не увидишь. По-моему, в Питере это впервые настолько отвратительная погода, серьезно. Тебе она не нравится? Нет, я люблю свет солнца, это самое. По нашим меркам это отличная погода. Это просто 10 из 10. В общем, лучше уже не будет. Сегодня мы с Мишей собрались здесь, на студии SkyPoint, на Большой Конюшне, для того, чтобы немного побеседовать о жизни за границей, о менталитете русских людей по сравнению с менталитетом тех, например, латышей, финнов. Ну и вообще, может быть, послушать байки какие-то интересные от Мишаня. Что нам расскажешь такое? Ну что могу, давай я начну сразу с менталитета тогда. Давай тогда вот ближе, к менталитету мы еще подойдем с самого начала. То есть тебя перевезли за границу во сколько лет? Меня перевезли в 12 лет за границу. Я прожил в Финляндии 10 лет. Ну, суммарно 10 лет, так-то 9. И потом я переехал учиться в Литву на психологический факультет. Там до сих пор сейчас и учусь. Но летом приезжал как бы в Финляндию, пока учился, так что суммарно где-то 10 лет и наперед. 10 лет, ну и как? Мечта, dreams come true, как говорится. Знаешь, я не мечтал о том, чтобы свалить из России, но сам понимаешь, что... Вся Россия мечтала. Вся Россия мечтала, я прекрасно понимаю, и мои родители мечтали, чтобы я свалил, но... Дело в том, что когда у тебя остаются здесь друзья, все воспоминания и все такое, и когда тебя вырывают... Ну, слушай, спунтеймера же вырвали в Чехии, ему хватило наркотиков. Я помню, того, чтобы... Это как вещи или кто? Да. Окей, я без понятия. Ему хватило наркотиков, чтобы заменить друзей, тебе нет? Я-то, во-первых, переехал в деревню финскую. Приколись, я из 5-миллионника города приехал в деревню где-то 20 тысяч человек. Ну, а как вообще выглядит финские деревни? Так же, как русская или типа там супермаркеты? Везде полицейские, очень чистые. А русская деревня, кстати, я вот в прошлом году бывал, кстати, очень неплохо так застроили. Вот, например, деревня, где я отдыхал в детстве, когда еще жил здесь, она неплохо так, знаешь, застроена, оказалось, к моему удивлению. Но чем различается... Деревня, в которой я в детстве жил, тоже сейчас неплохо застроена. Называется город Пенза. Да. Окей, ну, короче, да. Там просто архитектура, в принципе, другая. В остальном там те же, колхозники живут в целом. Хотя очень активно в последние годы начали вот эти деревни заселять тоже иммигрантами всякими. Вот, как бы перевозить из больших городов их куда-нибудь в село. Ну, насколько прям уж колхозники-то? То есть ты хочешь сказать, что разницы никакой нет между финнами? Ну, финские колхозники даже не на русские больше похожи, а на... американских колхозников, вот этих редников, да, вот что-то в этом духе. Они одеваются, знаешь, там, типа, милитари, штанишки такие какие-нибудь, кепочка милитари, какая-нибудь такая наброшенная курточка. Я точно так же вчера был одет, просто, возможно, я редник, друзья, просто. Я это делал. Просто я не знаю об этом, мне никто не говорил. Ну, то есть ты хочешь сказать прям такие классические редники, а как же хваленая, типа, европейская вот эта вот... Толерантность и прочая хуйня, но она есть в больших городах в целом. Хотя и там, если, допустим, ты хочешь снять квартиру какую-нибудь и, допустим... Без черных. Ну, да, примерно так. Только без черных, еще русских и каких-нибудь экспортов. Это, знаешь, в России только славяне, а в Европе там только славяне, болгары там, какие-нибудь. Только не курды, главное. А курдов, кстати, много в Финляндии, достаточно. Финляндия типа всех принимает, желающих? Ну, в основном они берут тех, кто живет, жил в Сомали. То есть там же гражданская война до сих пор. И вот как бы приезжают эти чуваки из Сомали. Например, я могу коротенькую историю рассказать. То есть меня, не возьмут, короче, я не жил в Сомали. Ну, а слушай, у меня есть идея. А что если я начну говорить, что бабушка, соседка моя, хочет меня съесть? Нет. И попрошу политического убежища в Финляндии. Если такое, я не знаю, как этот чувак перебрался туда, серьезно. Может, он как-то жопу свою подставлял в физическом прямом смысле. А что, можно? Ну, возможно, я не проверял. Но мне кажется, что он как раз-таки через эту процедуру смог переехать в Финляндию.
Так вот, я говорил, что когда я доучился последний год в Лукио, Лукио это high school, как знаешь, в Америке. Ну да, там круто, наверное, все. Че, не похоже на школу из, ну, американских комедий, где все ебутся, типа, тёлочки с такими тетяндрами, не? Вообще не похоже на фига. А на что похоже? Все уныло. Вот представь, ну, в целом все то же самое, но представь, что это в 300 раз унылее все. Не, погоди, насколько уныли, например, у меня в школе драки были каждый день. Никаких. Если, да, если бы драки были в 300 раз реже, я бы был не против. В принципе, я не считаю это чем-то поселок. Юр, пойми вот эту фигню, что там вот вообще ничего не происходит. Вообще, то есть ни пьянок, никаких, ничего. Ну, возможно, пьянки, но там... А что они делают просто? Не, они не собираются, не делают такие тусовки, например. Они работают или типа... Нет, просто они спокойные ребята, понимаешь? Насколько спокойные? Если они пьют, то пьют они обычно поодиночек. Или там буквально компания 2-3 человека максимум. То есть это не какие-нибудь большие вечеринки, которые ты видишь по А как же там пивные эти, нет, да? Нет, я говорю, это не то, это не то. В Финляндии нет такого дерьма. А в Литве? В Литве, ну, я в университете учусь, и я с литовцами особо не учусь. Ну, в Литве типа хоть должны быть... В Литве, возможно. Литва – это такая вещь, это как что-то между Россией и Финляндией. То есть это еще не Финляндия, но это еще как бы Россия. То есть что-то между такое, и менталитет у людей такой. Они, вот знаешь, если финны, допустим, очень холодные такие, да, не эмоциональные, а эмоциональные какие-то, да, то литовцы, что-то вот у них есть какая-то, я вижу в их глазах какой-то огонек, какую-то жизнь. У финнов я этого не вижу. Вижу в литовцах людей еще таких. Да, немного похожи на нас, да, на русских. Да, 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 я вижу это в них, но в финнах не вижу. Но... Скучаешь по соотечественникам-то? Здесь в России? Не, нет, здесь в России никто не скучает по соотечественникам. Нет, ну, в смысле, в Литве, например, по русской речи, по... Русская речь в Литве есть. В Вильнюсе, ну там процентов 20-25 русских. Еще где-то процентов 20-25 это поляки. Ну еще процентов 10. Это лучший город для того, чтобы создавать команду в Counter-Strike вообще. Из всех у вас здесь. Ну из СНГ. Русские живут в одном городе с поляками. Это идеально. Курва и пошел ты нахуй, сука, в одной команде. Самое удивительное, что поляки некоторые, даже литовского не знают, но русского откуда-то знают. Ну, конечно. Нахватались, блядь. Это, ну, например, одна девчонка, она просто смотрела в детстве мультики российские, ну, советские. Ну, вот. Слушай, и я смотрел польский мультик про крота, нахуй. Это чешский чувак. Ну, я если что-то и научился, так это то, что наркотики употреблять плохо перед тем, как мультики рисовать. По-моему, блядь, наоборот, хорошо. А-а-а. У нас такой хороший мультик получил. Не, ну так-то всегда хорошо, конечно. А что, как вообще? А, там в Финке, в Литве с этим делом, ну там типа. А, ну, в Финляндии... Как в Чехии? Можно и геры чистить? К сожалению, нет. В Финляндии вообще, типа, мировая, это вот, самый низкий уровень преступности в мире. Вообще, нет никакой мафии, ни хера нету. За этим всем очень строго следят. Холодно, наверное, блядь. Что? Холодно, наверное, для мафии. Да нет, да нет. Там просто реально следят за всем, за этим дерьмом. Но там... Блядь, ты так говоришь, что я начинаю думать, а почему нас не следят? Такая, там вообще-то, там следят за этим, за преступностью. Ну так, блядь, я не понимаю, нас что, не следит никто? Ебать, следят, че? Так, ну, везде нужно следить, блядь. Следят, но там особо эффективно как-то следят. У них какая-то, видимо, техника. Ну, к тому же, сравни нашу страну огромную с нашим менталитетом раздолбайским. И их вот это вот, как бы такая, знаешь, у них именно что вот как-то дисциплинировано все, ну, сам понимаешь, типа, Запад, все дела. Хотя, казалось бы, я уже это говорил, что соседние страны, одна граница большая, протяженная, но народ совершенно разный, абсолютно. Несмотря на то, что Финляндия была больше 100 лет под Российской империей. Никак не ассимилировалась. Но получается, что ты все-таки скучаешь по менталитету. Ну, по российскому, да, честно. Ну, вот ты приехал, например, уже у нас пара конфликтов случилось на почве того, что Миша не привык к тому, что люди опаздывают. Я ему уже сказал, и смотрите, блядь, в Европах-то своих поднахватался, блядь, никто там, наверное, там-то люди вовремя, наверное, приходят. Нет, просто... Звонят, извиняются, когда смотри, опаздывают. Для меня вот, когда опаздывает кто-то из вас, да, для меня это лично, вот я первый раз, когда вот это произошло, я подумал, блядь,
Но для меня лично это все равно, что если ты мне в лицо просто скажешь, что ты мудак, я тебя не уважаю. Ну получается, что ты все-таки фин? Ну нет, я не говорю, у меня менталитет примерно там, ну, на 60% русский. Ну ведь ну, на нет, ну если ты на 40%. На 30% финский, ну еще там 10% других. Ну короче, смотри, если ты на 30% запариваешься, блядь, от того, что тебя, например, ну не знаю, там в жопу не ебут, то получается ты гей. Типа, несмотря на то, что у тебя, ну, всего 30%. Получается, что если ты хочешь, значит, чтобы вот это все веселье от русского менталитета, непредсказуемость, спонтан. Но ты иногда еще хочешь, да, чтобы русский, он не опаздывал, чтобы он вовремя приходил, делал свою работу, не бухал, наверное, типа, да, там, типа, нет. Не, бухать-то нормально. Ну, больше финны пьют или нет? Потому что мне все время говорили, что финны вообще прям до упора они прям пьют и пьют. В том плане, что они пьют и по утрам зачем-то. Литовцы, да ты что, прикалываешься? По утрам самое клевое, блядь. Не, самое клевое вечером. Смотри, давай я насчет того, сколько пьют. Амата. Финны, смотри, сколько пьют. Примерно столько же, сколько и мы. Но финны отваливаются гораздо быстрее. Гораздо. Просто генетически у них так. Потому что они финно-угры, они азиаты. И они оригинально приперлись с Уральских гор, ты, может, знаешь. Поэтому они и придумали водку с мятой для того, чтобы их не так быстро вырубало. Ну, у них есть сильная водка, но я говорю, типа, вот бам, все, они отъехали уже. Ну, в принципе, это, ну, и я бы, может быть, так хотел. Типа, неплохая генетика, купил бутылку водки, тебе на неделю хватило, типа, пьешь постоянно. Ну, чисто экономически, да, типа, подходит. Ну а вообще, вот именно, типа, ты говоришь, что... Ну смотри, вот допустим, пьяниц на улицах, сколько я вижу, я могу поэтому измерить, да, сколько, типа, алкоголя потребляет население. В Финляндии пьяниц на улице примерно столько же, сколько и здесь в Питере. Но я так полагаю, только что... Только они приличнее одеты, сидят в книжечке. Успокойся, не надо превозносить это все дерьмо, чувак, смотри. Я думаю, что в Питере, ну, это более-менее нормально, но стоит уехать за Питер куда-нибудь в деревню какую-нибудь, опять же, в Пензу, наверное, там уже людей, которые, ну, уже гораздо больше были, чем в Питере, процент, я думаю. Так что... Ну, то есть, где урбанизация ярче выражена, в России или в Финляндии? В России, конечно. То есть, конечно. У нас больше разрыв между деревнем и... Конечно. Так ты смотри, у нас даже зарплата огромная. Там в Питере ты можешь среднюю зарплату получать 30 тысяч, в деревне ты там 10 тысяч получаешь. В смысле 10 тысяч? Нет, здесь, в России, я имею в виду. А Финляндия наоборот, в Финляндии очень ровно все. Финляндия это вообще практически социальное, социалистическое государство. Утопия. Ну, практически, в каком-то смысле, если для кого-то это утопия. Ну и слушай, вот мы столько сегодня обсудили, так ты говоришь, нахваливаешь, ты почему... Я не нахваливаю, я говорю про себя. Ты даже не понимаешь, как ты нахваливаешь. Я пытаюсь держать тебя, голову. Для тебя это звучит, вот то, что ты говоришь, как, знаешь, экзотика. Мне кажется, а все, ты воспринимаешь. Не-не-не, а все, кто в России сидят, они такие, блядь, да у нас отстой, у нас... Типа, ну, вот, и что тебя все-таки возвращает в лоно родной страны? Что именно? Я понимаю, что в первую очередь такие интересные люди, как я. Нас таких нет, знаете. В Финляндии, да, Лев Толстой, это, кстати, Юрий Хованский. Я на полном серьезе. Таких людей на Западе нет. Именно вот каких-то вот таких. Я не знаю, как это описать, но... Ну а что? Все таланты только в России. Вы что думали? И литература, и... Я бы сказал, просто таланты другие. Другие таланты. Совсем другие. Невостребованные. Ни хорошие, ни плохие. Просто другие. Ну, хорошо. Помимо... талантов, типа, меня, невостребованных временем, пока еще свои, пока еще, которые опередили свое время на десятки лет, кроме них, что тебя возвращает в Россию? Наверное, вот это вот какое-то, Финляндия, вещь, там очень сильно я на себе почувствовал, тебя держат в рамках, как-то пытаются законсервировать. Казалось бы, у нас здесь в России тоталитарная система, Путин плохой, вот он вдалбливает людям, там, что нужно одну точку зрения иметь. Но, на мой взгляд, в России, наоборот, гораздо больше ты имеешь свободы слова. Возможно, не политической свободы слова. Можно нигеров нигерами называть. Можно, да, лесбиянок лесбиянками, геев пидорасами называть и так далее. Ну, я просто пример говорю. К этому относятся свободнее. Если ты где-нибудь на Западе скажешь, что, типа, там, какой-нибудь негр недостоин выступать за сборную, потому что он негр,
Все, тебе крест на твоей карьере. На всем тебе крест. Все, тебя никуда не приедут. А я думал, только в Соединенных Штатах такое. Нет. В Европе даже еще жестче. Еще жестче с расизмом? То есть вообще прям нет. Вообще. Даже намек мельчайший намек. Все, тебе пизда. Ну, слава богу, друзья. Нас пока еще чуркобесы, бля, с пидорами не приезжают, да? Не баньте, пожалуйста, видео по 282 статье. Надеюсь, что вам понравилось. Это был Михаил Утопин. Мы сегодня беседовали на тему жизни за границей. Пишите в комментариях, что вы думаете, насколько сладок и приятен для вас дым Отечества. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, на Мишин. У него там много интересного, как раз есть и подкасты. Я думаю, что если вам нравится канал Юры, то вы вполне можете подписываться на меня. Я тоже, знаете, такой чувак, который человек настроения. Мне хочется сделать ролик, я делаю. Мне хочется сделать ролик на какую-то тему, я делаю. Формат какой-нибудь. Я не постоянный, наверное, как. Я человек простой. Хочу сделать ролик. Лапицкий заставит рекламу на 20 тысяч, я делаю. Ставлю лайк. А на сегодня все. Всего вам доброго. Живите в той стране, которую любите. Мир – прекрасная штука. Любовь, Евросоюз. Пока, ребят. Удачи. Peace.